Никто еще пока собирается выстраивать. Давайте пока посмотрим, что здесь у нас вокруг. Полиция, ОМОН и так далее. Да? На самом деле, значит, вроде бы пойдет колонна по Лиговскому проспекту, и Лиговский проспект весь уже там отрезан, перегорожен и прочее. Вот видите, подтягиваются разные силы полицейские. Начальство полицейское тусуется вот здесь, около туалета. Там в туалетике все начальство там кучкуется. Ну, здесь вот видно, наверное, да, что очень много всяких автобусов, грузовиков, автозаков. Там протестующие собираются, уже там выстраиваются колонны. Давайте посмотрим, как там люди собираются. И в небе летает полицейский вертолет. Если вам вот видно через снег. Сегодня такой сильный снег пошел в Петербурге. Но в общем ничего, так не холодно, помогало. Движение колонны начнется в 14 часов 15 минут. То есть пока небольшая пауза.